Стандарт мобильной связи пятого поколения 5G – это новый этап развития технологий, который призван расширить возможности доступа в интернет через сети радиодоступа. О том, что коммерческие зоны эксплуатации сетей 5G появятся в первую очередь в трех российских городах – Москве, Санкт-Петербурге и Казани – на полях шестого российско-китайского экспо рассказал вице-премьер Максим Акимов. Понятно, что системы мобильной связи они развиваются не так давно, но при этом каждый новый стандарт, каждое новое поколение, по сути, предоставляет новые особенности, новые возможности, которые в первую очередь проявляются в качестве телефонной связи, а в последнее время, последние два поколения ориентированы непосредственно на передачу данных. Соответственно, спецификой систем мобильной связи пятого поколения является широкополосный доступ, который предоставляет возможность подключения большего количества пользователей, обеспечивает большую пропускную способность. Задачи, которые призвана решить технология 5G, это рост мобильного трафика, увеличение числа устройств, подключаемых к сети, сокращение задержек для реализации новых услуг и многие другие. Сейчас решается вопрос с частотами для сетей нового поколения. Именно от него будет зависеть стоимость для потребителя, конфигурация рынка и условия присутствия на нем игроков, отметил вице-премьер. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универньюз.